Заставлять выходить на субботник жителей микрорайона Малый Ахун не нужно. Здесь уборка территории стала народной традицией. Сочинцы стараются регулярно поддерживать тот уют, который создают собственными руками. Стараемся наводить порядок. Сейчас осень, очень много листвы. Пальмы подрезаем, потому что здесь повороты есть такие, где автобусы не могут проехать. Поэтому стараемся облагородить территорию. ТОС «Малый Ахун» существует 9 лет, и за это время общими усилиями удалось сделать многое. Появилась детская площадка, урегулировали вопрос с общественным транспортом. Его раньше явно не хватало. Вокруг все цветет и пахнет. Большая работа проводится с жителями микрорайона. Десятки фотографий рассказывают о тех праздниках, которые здесь проводят по любому поводу. Заслуга в первую очередь местного ТОСа. Когда узнали о начале городского конкурса «Лучшее благоустройство территории города Сочи», не мешкая, подали заявку. Это не то, что стоит. Это нужно делать. У нас подтягивает самого. Люди сами выходят и стараются, и бабушки, чтобы где-то не мусорили. За собой следят даже те, кто когда-то, может, и бросал, так и то идет и другому замечание делает. Я считаю, что это необходимо. Участвовать решили не ради участия. ТОС «Малый Ахун» нацелен на победу, и, кажется, у них есть все шансы. В положении конкурса целый список критериев для участников. ТОС должен быть не просто организацией, а настоящим центром неравнодушных сочинцев. Победителей выбирать будут по реально выполненным делам. Сначала на уровне районов. Финалисты выйдут на борьбу за звание лучшего ТОСа в масштабах Большого Сочи. Конкурс будет проводиться в различных номинациях. Лучший двор, лучший дом, лучший подъезд, лучший квартальный комитет, лучший председатель товарищества общественного самоуправления. То есть достаточно много номинаций. Мы их все обязательно охватим, мы все обязательно отработаем, отметим лучшие квартальные комитеты, лучшего во всех номинациях. Заявки на участие уже принимают в районных администрациях и в департаменте городского хозяйства. Конкурс на лучшее благоустройство посвятили Дню города. Напомню, свой 178-й день рождения Сочи отметит 21 ноября. Чем не повод подготовить курорт к празднованию. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.